Всем привет! Сегодня будем готовить простую и вкусную выпечку к чаю. Насыпной пирог с тертыми яблоками. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску всыпаем сахар, манку, просеянную муку, соль, соду и хорошо все перемешиваем. Тесто готово. Дальше займемся яблоками. Разрезаем каждое яблоко пополам. Удаляем семенную коробочку. И натираем на крупной терке. Затем добавляем корицу и хорошо перемешиваем. Теперь берем форму для запекания и хорошо смазываем ее маслом. Теперь всыпаем туда примерно полстакана сухой смеси и разравниваем ее по всей поверхности. Следующим слоем будут яблоки. Дальше опять сухую смесь, а затем будем выкладывать яблоки. И так до тех пор, пока не закончатся все подготовленные продукты. Последним слоем должна быть мучная смесь. Затем натираем на крупной терке подмороженное масло. Стараемся распределить его по всей поверхности будущего пирога. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 45-50 минут. Прошло 50 минут, наш пирог готов. При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой. Вот и все. Насыпной яблочный пирог готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.